Что насупился Илюха? Ничего ли до зари? Набивают снова брюх, груш швартуют технари. Носят ящики солдаты и заката акварель. Только нам не до заката, рампот эльфер апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. Игелью не испугают, грузовик наш боевой. Нам взлет уходит ввысь, Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдата в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, а у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что бабахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбу по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Аж Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Спасибо.
рассказывал историю с этими концертами, может быть, кто-то слышал, просто, ну, действительно, в интернете очень много пишут писем, не могу ответить на все, если кто-то здесь есть из этих людей, извините, но иногда приколы очень приходят такие, вот, по поводу этой песни, там, кто-то прислал, говорит, классно все, вот, вообще, срисовали, как на самом деле, вот, с велосипедом это вообще, вот, действительно, у нас у бортовых, вот, велосипед. Но когда мы летали, у нас стоял Запорожец. Ну, бывает. Однажды, помню, из Африки прислали письмо. Не помню, ну, по именам же всех не упомнишь. Ну, и пишет там, товарищ еще был, по отчеству откуда-то узнал. Николай Викторович, вот мы с другом моим здесь в чаде поспорили на ящик коньяка. Он утверждает, что вы летали на Ми-8, а я говорю, что на Ан-12. Вы напишите, и мы, значит, тут разберемся. Ну, я говорю, покупайте коньяк и делите его пополам.